перспективный участок моего маршрута. Отличная позиция. Опа, па, 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 па! Вот ты моя красавица! Ха-ха. Ну-ка иди-ка сюда. Тихо. Сейчас, погоди минуточку. Сейчас я тебя буду отщеплять. Текс. И как водится, без такого инструмента здесь мне не обойтись. Ибо, когда она так делает, становится крайне опасно. Эх, как же ты так намоталась-то, а? Ай, дуренда. Вот что сейчас с тобой делать, а? Вот ты мне скажи, теперь-то вот с такими пробоинами мне придется тебя забирать, что ли? Вся разодрана. Или не разодрана? Разодрана. Ладно. Придется подругу забрать. Ибо рот у нее разодран. Щучка небольшая. Но пожарить хватит, полакомиться. Но там кто-то есть. А, мимо. Рыбка здесь ходит. Так, ладно. Нечего задерживаться на этом участке. Смотрим дальше. Это точка моего возврата. Ну, по крайней мере, так сложилось годами.
если повезет, то здесь можно ожидать какую-нибудь атаку интересную. О, вообще прям шикарно попал. Прям вдоль кромки. Ну, в принципе, все. Имеет смысл заводить автомобиль и возвращаться, ибо делать здесь нечего. В общем-то и все. За час удалось взять всего лишь одну щучку. Возможно, с утра еще повезет выйти. Ну что, второй день рыбалки. Первая половина дня будет вот такой вот. Вторая половина дня будет, как обычно, с дождем. Ну, в общем, все. Начинаем. Повезет ли взять второй экземпляр, так сказать, на следующий день второго дня. Давай, зубастик, да поедем. А это все потому что, не подсек, думал трава, а это оказалось зубастая. О-хо-хо-хо-хо! Ну что? На пожарить есть. Так, подруга. Сейчас придется тебя отчеплять. Так.
Стой. Но это совершенно не та, которую я видел, атаку первую. Это подруга поменьше. Но уже на сковородочку есть. Чем полакомиться. Уже есть. В этом году еще даже не попробовал. Блин, как же дождик-то? Откуда ты взялся, а? Дорогой ты мой. Подруга. Вторая порция. Будет ли третья подруга? Есть! Ха-ха! А, бля! Сука! Последние 3% аккумулятора. И надо будет на зарядочку сплавать. Сходить! Может, повезет. Попадет сейчас в кадр. Зубастик. Это чё? Есть! Подруга! Ха-ха! Я тебя взял! Ну что? Красавица! А ты стой! Стоять! Опля! Ха-ха! Ё-моё! Вот она! Котлетка! Ха-ха! Воу! Пойдем, котлетка! Садочек! Опля! Вот она, красавица. Два раза ты у меня уходила на этом месте. На третий раз ты не ушла. Ха-ха! Пока камера заряжается, поставил вертушку прямо около берега, бабац, окунек. Но придется его забрать.
губа порвана, но факт. На пятерочку вертушечку. Рыбалка экстренно заканчивается, идет гроза. Ну, в принципе, неплохой результат. Вчера вечером часик, и сегодня два часика. Все, до следующих выходных теперь.